Здравствуйте, дорогие подписчики! Продолжаем серию уроков по кошельку Payeer. Итак, что делать, если вы забыли логин или пароль? И у вас высвечивается вот такая вот картиночка. Опускаемся вниз, смотрим. И здесь написано «Забыли пароль? Восстановление здесь». Нажимаем. Здесь нужно ввести email, номер счета или мобильный телефон. Я в данном случае указываю свой email, на который я регистрировала этот аккаунт. Или же, как там написано, можно написать номер счета, ну, ваш логин. Вставляем email. Здесь мы пишем секретное слово. При регистрации мы его указывали, и кто делал регистрацию по моему видео, я просила его сохранить обязательно, у себя где-то записать. Значит, секретное слово у меня было слово. Просто слово. И вписываем цифры и нажимаем кнопочку продолжить. Так, проверочный код неправильный. Так, еще раз. 8 4 1 4 9. Проверочный код неправильный. Интересно. 2 5 9 1 3. Мистика. Попробуем зайти заново на Payeer кошелек и сделать все то же самое. Так, логин, пароль введен неверно. Восстановить здесь. Так, вписываем сюда наш email. Вписываем секретное слово. Вписываем цифры, код безопасности. Продолжить. Так, отлично. Вам была отправлена строка для сброса пароля. Введите ее в поле, которое расположено ниже. Код восстановления. Куда было отправлено? Когда я восстанавливала свой действующий аккаунт, мне было отправлено на телефон. Но в данном аккаунте при регистрации мы телефон не вводили. Значит, пришло вот сюда, видите, на email. Если вы не вводили телефончик в настройках где-нибудь, то придет на email строка сброса пароля. Копируем и вставляем сюда. Если же вы в профиле вписали свой телефон, скорее всего, придет это на телефон. Нажимаем продолжить. Ссылка для установки пароля отправлена на email. Заходим на email, и вот наша ссылочка. Так, и вот Master Key. Видите, Master Key у нас уже другой. Если вы восстанавливаете пароль, вы обязательно должны будете себе записать новый Master Key. 4, 6, 9. Я себе записываю. Заходим по ссылочке. Восстановление пароля. Так, новый пароль. Нам предлагает ввести новый пароль. Я ввожу тот же, который был. Так, повторение нового пароля. Изменить. Отлично. Так, вот, собственно, и все, каким образом можно восстановить свой аккаунт. Вместо имейла можно было написать номер своего счета. Он у вас наверняка сохраняется в браузере. Вот. Или же телефон. Сейчас посмотрим, куда мы можем вписать телефон. Настройки. Нажимаем настройки. И заполняем вот этот вот профиль для того, чтобы ваш аккаунт был максимально защищен. Полазьте по этому меню, посмотрите, что вы здесь можете вписать. Восстановление пароля. Вот, отключить автоматическое восстановление пароля. То есть это каждый человек настраивает под себя, как ему комфортнее себя чувствовать. Профиль все-таки советую заполнить. Мобильный телефон, если вы сюда вписываете, вам приходит информация не на почту, а на телефон. Это гарантирует вашу безопасность, потому что почту можно взломать, но ваш телефон взломать сложнее. Итак, с вами на связи была Виктория Катаченко. В следующем видео я расскажу, как работать, как пополнить и как вывести, как обменять деньги через систему Payeer. Поэтому подписывайтесь на канал, следите за новостями и всего вам самого доброго. Всем пока!